И давай, давай. Давай, давай. Йоу, йоу, сделай бит, йоу, йоу, йоу. Посвящаем всем, всем фальшивым MC. А, а, давай. А, 3-4, 3-4. А, 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 а. Кто-то работал с микрофоном пару лет, за это время он считал не один куплет на разные темы, рифмы и строки, танцы, паузы, чтоб делать вздохи, музыку и сцену, голос и дикцию. Он думал, что уже освоил все традиции, но зачатки признания, излишнее внимание к нему расширили бесплодные амбиции. Но уходя за границы стиля, всем таким нужно знать, что будет сложно возвратиться. Нужно приготовиться терять, потому что многие откажутся воспринимать это говно, но всегда есть это... Но в каждом выборе присутствует оно. Они одевают маску хип-хопа, даже кричат, что у них черные лица, делая при этом из рэпа клоунаду. Но тогда я знаю, как их называть надо. Это фальшивые MC, они считают, что рэп это прикол. Шмаль, одежда, баскетбол, клубы, понятия, хмурые лица, стрелы, фильмы про нигеров, мат без предела и все. Таким нет любви, нет признания, им всем противостоит мое сознание. А, давай, Влади. Я, Каста здесь, это Влади. Кстати, выражаем респект всем пацанам здесь. Я втыкай, кого прет это, кого-то уже вставило где-то. Уверен, да, поэтому не жду ответа. Движение еще не кончилось, пик будет позже, стиль тот же. У нас такая особенность, наша собственность. Сколько этапов уже было пройдено, те, о которых речь пойдет, запомнились особенно. Часть первая, помню слабо, только то, что из-за моего хип-хапа сильно волновалась мама. Малой читал темы типа пушки, не игрушки. Дальше и больше, сломал две бытовых вертушки. Танцы и шманцы, манерами я пытался быть похожим на чернокожих американцев из тех видео, которые, видимо, были главными источниками. Продавались точками из-под полы, переписывались сотнями, были на вес золота, но все давалось с опытом, и я старался. Были первые попытки объединяться, первые песни заставляют только улыбаться сейчас, а тогда было круче. Кто раскроет пасть, еще раз по голове получит, слышал? Так создавался стиль, первые расклады, вспоминать почаще надо, не помешает, не помешает. Хамиль продолжает, встречайте. Хамиль продолжает, я. Йоу, начинаю, пацаны, я взрываю эту тему, я взрываю. Мой ход, шаг вперед, максимальный комфорт для тех, кто уважает наши темы. Мой дизайн, палитра ювелирной рифмы, почерк узнаваемый на поле битвы. Новый бой, мы готовы, мы строим перспективы. Речитативное чтиво, задержи дыхание, мы на переднем плане. Твои знания окупятся здесь вниманием. Эй, братва, вы с нами? Мы сокрушаем стены между теми, кто здесь и кто остался за пределами этой арены. Мы не терпим измены, я слышу, как пульсируют твои вены. Я, Каста здесь, я. Пацаны здесь, не напрасно. Я.